Помните, как в лихие 90-е на наших рынках красовались китайские бибасы? Сейчас же, благодаря настойчивости и изобретательности китайцев, их производство вышло на настолько высокий уровень, что даже профи не могут отличить оригинал от копии. Вот и у меня появилась одна из их шикарных копий. Это вот такие Smartwatch 8. Блин, визуально их реально не отличить от оригинальных Apple. Даже заставки такие же. Ремешок от часов очень мягкий, для кинестетиков одно удовольствие. Экран же самих часов, как и полагается, безрамочный и с суперской светопередачей. Показывает все необходимые данные. Это и активность, сон, кислород в крови и даже давление, чего, кстати, нету в оригиналах. С ними очень удобно управлять музыкой и камерой смартфона. А еще мне понравилась функция поиска телефона. Для глубоких недр женских сумочек самое то. И возникает резонный вопрос, а смысл переплачивать в 20 раз больше, когда есть такой крутой вариант? Однозначно рекомендую, артикул оставляю под видео.